Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить игру Берсерк и банда ястребов. В прошлой серии, как вы помните, мы попали в плен. Сейчас же мы отсюда смываемся. Ну что ж, давайте продолжим. А с какого перепуга она голая тут сидит у нас? Получила. Мы ее якобы с собой, что ли, берем? Или что, похищаем? Так, с кем мы здесь будем драться? Со стражей? Так. Она у нас на лошади, да, значит, привязанная? Ну, это, ребята, было предсказуемо. Я так и думал, что выйдет стража. Еще бы она не вышла. Похищает ее новую предводительницу. Ну, давайте разберемся с этой щеглотой. Действительно щеглы. Иначе не назовешь их. Так, а цель-то у нас какая? Ага, цель у нас здесь командира, как всегда, офицера. Поубивать. Ах, гады, сбили меня, слушайте. Ну, ладно. Вам же, ребята, будет хуже. Как, нормально? Понравилось? Просто сотнями ложишь за удар. Так, где он там? Вот он, вся их кучка здесь. Ну иди сюда, главный, я говорю. Броню напялил, типа крутыш. А на деле такой вафел полный. Давай, подходи. Не стесняйся. Моего меча на всех хватит. Что-то как-то быстренько мы прошли эту миссию. Ну ладно, давайте глянем, что у нас там ждет впереди. Да уйди ты отсюда. Стои, машет мне своей сабелькой. Так. Что? Ничего не понимаю. Главное, идем вперед. Так, что там, камень? Надо камень заблокировать. А, давай собьем камень, чтобы заблокировать проход. Ну что же. Давай пойдем, сходим. Как туда подняться-то, я уже не пойму. Ага, понял, вот сюда мы сейчас поднимемся. А, еще выше даже. И где валун? А, вот и валунчик. Ну-ка. Ну да. О, опять миссия выполнена. Хорошо. Отлично. У нас все получилось. Ну, куда же мы денемся-то? Не, только не вы, а. Ёлки ты палки. Вот ты перекрыл путь. Теперь призраки прилетели. А я уж было надеялся, что буду только с людьми тут воевать. Форнезе. Что с тобой, детка? Что там тебя за ночные кошмары посещают? Так она связана и едет с мной на лошади. Всех под одну гребеночку приходится. Всех. Без исключения. Так, а что мне за суть-то? Ага, уничтожить призраков. Всех, что ли? Ну-ка, поставим ворота. Калиточку. Так, давай. Вот и другой разговор. Так, а конечная точка у нас где зеленым отмечена, да? И что там нас ожидает? Так, с призраками уже покончено. Что с тобой, Форнезе? Так, очередная заставка, да? Опа-на, а это уже какие-то у нас, ребята, новые монстры. Таких я еще не видел. Жертва. Это кто такие-то, я даже не могу понять. Псы, не псы. Люди, не люди, кто же уроды. Опа. Гадство всегда на стрёме. Будь аккуратнее. Не иди вперед, батьки.
И я сейчас с ними разберусь. Уа! О, как голову отлетает. Слушайте, а как она развязалась-то? Я что-то не врубился. Она же вроде была связана у нас. Ой, а это что такое? Что за чудило? Ничего себе, урод. Это у меня лошадь что-то такая превратилась? Ой. Миско. Женское миско. Так, гад, ты что, сейчас продинамишь? Такой корявый. Опа-на. Сразу вспомнил он каску. Ничего себе у паренька-то, смотри. Прям в миллиметре от шеи остановил меч. Неплохо, неплохо, гад. Так, а что же у нас получается тогда? Что мы сейчас будем... Опа-на. Со всех сторон прут. Наверное, с ними сейчас будем драться, да? С призраками закончили. Ну да, так и выходит. И я типа готов с ним встретиться. Давай, гац. Будем разносить их в щепки. Так, у нас тут и эти, и... Ого. Мы же вроде голову тебя отрубили. А вот это, ребята, плохо. Смотрите, он влегается. Избивает меня, естественно, за себя. Ну, давайте, наверное, им займемся, этим конем. Потому что он меня нервирует, если честно. Иди сюда, лошадь Проживальского. Так, в ярость. А теперь иди вкуси. Да что ж такое, сбивает он меня. Такая рожа у него. Тупорылая, если честно. Короче, я так понял, в лошадь вселился демон. И так получается. Не сомневаюсь, что был бы такой демон-лошадь. Да что ж ты, а? Смотри, что делает. Надо его в первую очередь бить, иначе он мне... Вот видите, что делает. Так, давайте... Да что ж, даже не дает, не дает подойти. Ну все, готовченко. Так, Пук, не до тебя сейчас. Начинаешь там что-то мне втирать. Так, все, вроде бы добил я его, да? А ты что тут стоишь? Что с тобой произошло? Вся истрепанная какая-то. Ну все, 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 завязывай давай с болтовней уже. Так, тут я смотрю, сзади к ней подкрался дух обезображенный. Типа проклятая душа. И начинает ей что-то втирать. На непонятном нам языке. それだけじゃない。お前は自制と称して自分を無知打つ時にもいつもその苦痛の中にすら快楽を見出していたよ。信仰を重ね自分の心を偽り浅ましい快楽に身を委ねているだけ。それがお前さ。違う。私は。
お前の中には何もありはしないよ。あるのは欲望だけ。めちゃくちゃにしたい。めちゃくちゃにされたい。他人も自分も肉も心もそんな暗い欲望だけ。この中に神なんていやしない。このうずきだけが真実だよ。委ねなさい。お前にとって確かなものはこれだけなのだから。お前は神には遠すぎる。В общем, ничего, я не понял, что он там объяснял ей. Ну, нам это не важно. У нас есть своя суть, своя цель. Мы здесь живем. Наше дело что, рубить вот этих вот чудобречков? Так, есть обновление. И в чем обновление тоже получается? Рубить этих спиритов. Ну, давайте. Покрошим их. Какие все-таки они это... Сыкунишки, а, не подходят даже. И все пятится. Хоть один бы подошел. В наглую. Нет же. Так, ну что, давайте комбо, наверное, сейчас зарядим. Не комбо, точнее, супруга. Или не стоит на одного потратить. Тем более уже почти дохло. Ладно. Хорошо. Вкусите ярости. Вау! На нафиг, всех сдуло. В приличном радиусе. Чего там хорошо? Чего тебе хорошо? Так, опять лошадь где-то появилась. Лошадь демон, я не вижу. Так, судя, что-то нужно встретить обязательно. Так, жизнь 2000. А, вот ты где. Какой же ты безобразный все-таки, а? И у всех глаза синие, какие-то даже синие, фиолетовые. Такое ощущение, что это просто одержимые демонами, а не демоны. Чего ты там, спирец? Ну? Ага, вот так вот, как тебе? О, оглушил нормально. А сейчас мы его здесь прижмем и добьем. Даже не думай легаться. Тихо. Ах, ты не успел. Не успел немножко, ладно. Как тебе, вкусил? Смотри. Он, видно, даже не почувствовал ничего. Интересно, какой здесь будет босс следующий, а? Ну, точно в каком-то держимый чмошник. Так. Ну что, вроде... А, 67. 49. Йоу! Ноль. Ну все на этом. Вроде как. Выполнил ваше задание. Ну я уже сделал это. Что еще? А, трех этих надо еще. Спиритов убить. Опять этот конь пришел. И бегается, и брыкается. Что там только не делает. Ну-ка, давайте быстренько накопимся по рудах. Ну и вкуси мощи моего меча. Как тебе, понравилось? Нет, смотрите-ка, выжил еще. Все, отлично. Задание выполнено. Ну что, опять-то? Так. Возвращение куда-то? Я так и не понял, это дух, что ли, был в нее вселен? Че она там? Какая-то вся напуганная. Так, а это ее леди Форнес. Убей его. Я тебе приказываю убить его. Немедленно. Так. Что, будем со слепым этим мечником драться?
Ну вот и босс. Я думал, будет какой-то одержимый. Нет ничего подобного. Обычный чувачок. Как его звать? Серпико. Ну что ж, давайте быренько наковыляем этому серпику. Куда он сейчас? А вот он. Напоминает мне чем-то Гатса тоже. Ой, Гатса. Что я несу-то? Гриффина. Тот же самый тип. С сабелькой со своей, со шпагой прыгает. Ну давай посмотрим, настолько ли ты хорош. Ну что ты юркий, это да, тут не поспоришь. Ну, смотри, что делать, а? Ну, не такой силен. На-ка, выпусти. Вообще не туда, по-моему, стрелял. Но, тем не менее, я уже полоску жизни у него отнял. Несмотря на его на фехтование. Ну, иди сюда, что ты делаешь-то? Смотри, как юркий все-таки, однако. Ну, тебя это, братишка, не спасет. Попал под раздачу? Так. Дошел какую-то освещенную шпагу. Сам в ярости. Ну, я тоже в ярости. Давай-ка, на равных теперь. Выкуси-ка. Неплохо, неплохо. Сразу половину житых у него с удара снял. Ну, я думаю, здесь ему и крышка пришла. Размяк. Недооценил он меня. Что там? Встает, прыгает. Опять склонился передо мной. Да, выполнил задание. Победил я этого серпика. Пук, вот ты мне объясни, зачем ты мне нужен, если от тебя никакого толка нет? Летаешь, какие-то мне советы нелепые даешь, ничего не делаешь, нафиг ты мне нужен? Иной раз даже мешаешься, летаешь там, как этот. В чем твоя суть здесь? Так, тихо. Ну что, ты убил его? Или нет? Нет, он меня не убил, к сожалению. Нет, к счастью. Что ты? Ну что, ребята, мы прошли эту миссию. Это очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Ну что, ребята, переходим плавно к следующей главе. Я уже даже не помню, какая она у нас идет по счету. Так. Уровень дадут нам, нет? Дали уровень 36-й. Ух ты, а это что-то новенькое. Такого раньше не было. Хоть бы раз посмотреть эти картинки открыть. Опа-на, очередная заставка. Людей-то покромсали сколько, а? Это все демоны, что ли, получается? Или тут у них какие-то войны идут? Все беспощадно поуничтожали, а? И детей, и стариков. А это у нас принцесса, да? Давненько ее не показывали. Она все о Гриффине страдает. Что там у нас такое? Куда это мы летим? Видим яркий свет впереди, и мы стремимся к нему. А, нет, нифига, это ястреб летит. Опа-на. Чего? Я что-то не врубился. Что он такой ярким-то стал? О, воронье на трупах. Ну, это как обычно. А это кто у нас там сидит? Зод, что ли? Точно. С поля боя такой уставший. Решил отдохнуть. Опа, на и ястреб к нему прилетел. Ты? Почему? Опа, на. А это, по-моему, знаете, кто у нас? Гриффит, ребята. Точно.
Оп, выкинул меч. Опять перевоплощается. И промахнулся. Здорово, еще и рог лишился. Ага, понятно. Это сон? Это всего лишь был сон. Ха, братишка, не сон это был. Это я даже не знаю, как это назвать-то. Вещий сон, что ли, так? Ну, рога он лишился, а это очень плохо. Фига там трупаков сколько. Я вот, честно говоря, не понял, что там за война у них была такая. Но она была. О, опять заставочка. Проклятое дитё мира. Убей, убей, убей. Ну, она-то у нас невменяемая, это однозначно. Куда она там вышла или к чему вот это сейчас показали? А что-то мы почувствовали неладное. Опасность. Демон инфант. О чем ты говоришь? Опасность. Ослепленные. Ослепленные, что-то там непонятно чего. Голод. Хрен, короче, я разберусь, что он тут говорит. Ну, безобразный он до ужаса. Да все, все, угомонись. Опасность. Масака. Что происходит? Каска! Так, что-то он заподозрил неладное, и сейчас будет, наверное, куда-то там бежать на всех парах, да? Так, где-то мы уже в пустыне. Нет, не в пустыне, а фиг знает где. В горах каких-то. Ну что, ребята, переходим плавненько к следующей миссии. Ну что нас здесь ожидает? Так, вижу скелетов. Значит, будем опять с нежитью воевать, да? Ну, скелеты это хорошо. Для разминки, как говорится, они подойдут. Что-то дофига, у меня цели тут показаны. Опять эти псарни здесь. Мне кажется, или они какие-то усиленные? А, ну это понятно, это какие-то главные псы. Всех под одну гребеночку. Призрак, успокойся там. Я завладею твоим телом, он говорит мне. А губежки-то у тебя не треснут? Все, он жаждет мое тело получить. Останешься на века призраком. Даже не мечтай. Так, давайте, ребята, набивать ярость. Красота. Ну вы-то что здесь шоркаетесь, а? Мелюзга. Так, что, миссия выполнена? Замечательно. Но у нас еще две цели отмечено. Так, надо, наверное, туда пробежаться. Так, уничтожить опять две проклятые души. Ну где они? Да прячешься-то там. Так, это не проклятая душа, это какие-то... А, в принципе, он и есть, да. Подожди-ка, а спирит это не душа. Соул душа. Это какой-то, не знаю, как перевести-то. Ну что, еще одного псарня такого надо убить. Где, выходи. Опа. С коняшки-то получил у меня.
Давай под раздачу, иди сюда. Блин, я хотел выстрелить, ладно, постреляю с арбалета. Давайте все, ну-ка. Смотри-ка, живучие, раньше падали с одного выстрела, а сейчас нифига. Видно уже, демоны становятся покрепче. Так, а здесь у нас кто еще появился? Так, коняка. А кто вот это такой сверху-то? Зубастый. О, елки-палки, это эти деревья проклятые. Черт, они тут. Ох, еще и два. Так, надо с ними заканчивать, да побыстрее, ребята. Они тут сейчас наведут мне шороху своими этими кольями. Даже не... Ну что, пол хп снес, нормально. Дальше я, думаю, добью. Так, этот еще подкрадывается сюда. Давай, давай, ты уже хорош там выкаблучиваться. Все, один готов. Давай второго. Ну-ка. Еще пару ударов. Готов, чек, я думаю, да? Да, готов. Так, и что дальше у нас? А, миссия... А, миссия обновлена. Так, где это у нас тут? Куда надо идти? Будем копить. Так, 2.49. Ага, значит, продержаться 3 минуты. Всех сейчас убавишь, давай. Отлично. Так, а это что у нас такое за огненный скелет? Все, что ли? Детский сад. И наступило утро у нас, да, якобы. Победа в бою. Ну уж больно легкая, честно говоря, была миссия-то какая-то. Так, дадут уровень. Чуть-чуть не хватило. Ну что же, давайте дальше смотреть. Рикет? Ничего себе, он вырос. Это ж сколько нас не было-то. Интересно, это парень или девчонка, Рикерс? Похож на девчонку. Рикер. Нет, наверное, все-таки это парень. Что там опять с сказкой произошло? Что тут произошло, а? Эрика тут расплакалась. Прошло очень много месяцев. Ой, у Гадза такой глаз гневный, что он тут готов порваться. Да. Что ты там? Гадз, придурок, придурок, придурок. Эрика, за что? Что случилось-то? Аж опешили. Ох ты, нас не было 2 года. Зашибись. 2 года где-то шоркались. А Эрика, по-моему, ни шиша не выросла. Как была маленькая, так почему-то маленькая и осталась. А Рикер, да, подрос, явно. Ну что зависло-то? Так, теперь нам будет кузнец что-то объяснять.
Какой же ты все-таки идиот, что вернулся? Опять тут что-то у них произошло. Годо. Кузнец какой-то, да? Перчатка только на одной руке. Что там у тебя произошло? 10 лет ты где-то там дрался с монстрами. И приобрел очень много опыта. Я могу тебе посоветовать кое-что. Сваливай-ка ты отсюда, по-добру да по-хорошему. Ни за что. Послушай меня, я предупреждать тебя долго, много не буду, блин. Не уйдешь по-хорошему, я тебя прогоню. Старик, жалься надо мной, куда я пойду? У меня нет ни дома, ни друзей. Все люди против меня. Ты хочешь, я по миру пошел? Это же опасно, ну ты сам подумай. Чем я буду питаться, жуками что ли? А тут все-таки крыша над головой, кормежка. Войди в мое положение, поверь мне. Ребята, это я уже импровизирую, просто от себя тяну парю. Ну что же, может быть и дам тебе еще один шанс. Может быть, ты оправдаешь все свои поступки и действия, которые ты совершил ранее. Но должен предупредить, что я буду за тобой смотреть в оба. Ты посмотри, какие у меня бицепсы, видишь? Рикерт это оценила. Она теперь мой лучший друг. И в критический момент я встану за нее горой и буду драться. До последнего, даже без меча. Один раз я пролил уже кровь. Это был меч бегуна. Да. Ну ладно, ну хотя бы хоть что-то, ребят, иначе смотреть вот эту болтовню их не трехчасовую. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Ну хорошо, ребята, на этом я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока!